касается национальной платежной системы, то формально она будет заведомо не так эффективна, как международная. Потому что чем больше экономическая структура, тем она эффективнее. Именно поэтому рынок всегда тяготеет к монополизации. Своя собственная платежная система нужна как некий запасной вариант на случай, опять же, проблем с MasterCard, Visa и прочее. Лучше иметь свою национальную платежную систему. Это же не значит, что все остальное отменить. Но иметь надо. Если бы она была, я бы с удовольствием ей пользовался. Китай создал систему Union Pay как национальную. А сейчас в мире, по-моему, уже добрая половина банкоматов, работающих с Visa и MasterCard, работают и с Union Pay. Опять же, пока это будет наверняка слабенькая и хиленькая система, и она вряд ли сразу хорошо заработает. Мы прекрасно знаем, как у нас работают какие-то новшества в стране. Но создавать ее и развивать нужно. Национальная платежная система принесет пользу даже тем, кто ею не воспользуется, а останется при привычных международных системах. Те, кто переведет свои деньги на карты российской национальной платежной системы, очень скоро обнаружат, что по своим возможностям она практически не отличается от международных.